В моих руках такой интересный балансир под названием Буба. Очень забавное. Но давай посмотрим, как он выглядит. А вот и он, этот красавец. Визуально он очень напоминает малька. Длина его 77 мм и вес 22 грамма. Очень красиво сделано. И тело слегка изогнуто. Больше такая, ну не знаю, напоминает ротюльку больше даже. Либо окушка. Очень красиво проработана чешуя. И также боковая линия просматривается. Точки атаки. Тут их три штуки аж точки атаки. Первая это нос. Вторая диплавнички. И третья хвост. Также у него есть и верхний, и нижний плавник, что позволяет ему максимально быстро при подбросе развернуться и вернуться в исходную точку. А вот и он. Окунь порой плавает. Так, выглядит он довольно симпатично. И как играет, вопрос. Начну с коротких подбросов. Максимально быстро он разворачивается, как и заявлено. Но он немножко боком даже идет, я бы сказал бы. И буду увеличивать подбросы. Он даже телом возвращается еще до момента возвращения в исходную точку. Довольно интересная задумка. Интересно он себя проявляет. Он больше крутится, я бы сказал бы даже. Травка. И также, чтобы подразнить рыбу, порой нужно вот так сделать. А если снабдить его каплей, она будет намного лучше играть.